Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Дубны, Московской области, я инструктор групповых программ, работаю в фитнесе с 2014 года, веду разные групповые программы, и силовые, аэробные, батуты, танцы, программы с mind-body, стретчинг, здоровое тело. Я начала учиться в компании Fitness Express. Мой первый семинар был в 2015 году. Это был семинар по функциональному тренингу. Его вел Дмитрий Брагин. Двухдневный семинар. Для меня это было очень интересно, очень необычно. Первое вообще мое такое обучение, наверное, после института. Институт мой никак с фитнесом не связан. Просто ушла в эту область работать. И получила кучу знаний, огромный заряд позитива, энергии, каких-то новых идей. Пришла в свой фитнес-клуб заряжена и говорю, давайте срочно вести функциональный тренинг. Сразу всем начала рассказывать, что это такое, как это. Потому что можно, конечно, вести любые фитнес-программы без понимания сути, потому что многим людям эта суть не нужна. Нужен просто драйв, движение. Но очень круто именно как для тренера вести то, что ты понимаешь, и давать людям что-то не просто постольку поскольку, а очень хочется им помочь сделать их здоровее, сильнее, выносливее и с пониманием дела. И чем дальше, тем больше. Я начала дальше углубляться в фитнес и поняла, что, ну, опять же, просто так занятия вести мне неинтересно и важно самой понимать, откуда, что называется, ноги растут. Начала углубляться в анатомию, физиологию, биохимию, биомеханику. Но одно дело – это просто почитать учебники, а другое дело – получить какие-то знания, которые можно сразу применять на практике. Ну, а это можно получить только у знающих людей, у грамотных преподавателей. Очень нравятся преподаватели в компании Fitness Express. Здесь я еще проходила обучение у Алены Сониной по интимной гимнастике. Я работаю в женском фитнес-клубе, поэтому такая проблема достаточно актуальная. Проблемы, связанные с мышцами тазового дна. И было интересно понять, как с этой проблемой работать, как укреплять эти мышцы. Пошла учиться на данный семинар. Также проходила обучение Екатерины Хадаевой, Flow Flex семинар. Интересно было разобраться со стретчингом, то есть не просто прийти и потянуть девочек на шпагат, а понять, что такое стретчинг, для чего он нужен, для шпагата, а для гибкости, для здоровья тела. Тоже много полезной информации. И интересно, что Екатерина рассказывает все это с практической точки зрения, ну, то есть можно прям просто выйти с этого семинара и сразу провести урок. Причем не просто провести его физически, но и понимая, что зачем мы делаем, в какой последовательности и какие цели мы этим всем преследуем. Прохождение семинара дает мне не только просто знания, но и позволяет мне себя чувствовать более уверенно при работе с клиентами. И клиенты уже на меня по-другому смотрят, потому что ты не просто проводишь занятия, а можешь уже ответить на их какие-то вопросы иногда каверзные, можешь объяснить, почему мы делаем так, а не иначе. И меняется клиентская база своя, потому что уходят те, кто хотят просто прыгать и скакать, остаются и приходят те, кто хотят понимать, углубляться, знакомиться со своим телом и именно стремиться к здоровью, к какому-то здоровому развитию силы, выносливости. Какие у меня планы на будущее? Ну, сложно пока сказать, потому что у меня еще двое детишек. Это, наверное, основная моя деятельность. А в фитнесе хочется учиться развиваться дальше и хочется помогать людям.